Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали евангельское повествование из Евангелия от Луки о том, как Господь призвал своих учеников после такого чудесного улова рыбы на Генесарецком озере. И вот в этом тексте, который сильно отличается от того, что нам рассказывают Матфей и Марк, есть очень много для нас важного и интересного. Но, во-первых, самое первое, что пишет евангелист Лука, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие. Народ теснился к нему. Как часто бывает, что люди, вот как в то время, готовы были проходить пешком очень вот длинный путь, лишь бы дойти и услышать Слово Господа Иисуса. Они были готовы и проголодаться, как мы читаем во многих местах в Евангелии, что люди уже проголодались, потому что шли очень долго Ему навстречу и за Ним, чтобы услышать Слово. Вот до сих пор бывает и с нами, что нам всем нужно какое-то живое Слово, которое дало бы, указало направление нашей жизни. И ради этого люди иногда готовы на очень много, готовы тратить деньги, готовы делать очень много, потому что нужно какое-то слово, слово мудрого человека, слово специалиста, психиатра, врача, советника, политика и так далее. А вот как раз трагедия в том, что мы отвлекаемся на разные слова, которые как раз нам не дают вечной жизни. А вот то самое живое слово, вот для которого мы должны действительно быть рядом с Господом. Вот иногда мы недостаточно обращаем на это внимание. А это слово всегда с нами. Очень легко, достаточно открыть Евангелие, читать любой оттуда изречение. Достаточно прийти в храм, чтобы услышать Евангелие или встретиться с Господом в Его таинствах. Вот так же тогда народ теснился к Нему. И это для нас с вами задача, чтобы действительно быть готовы все делать, лишь бы услышать это Слово. Дальше Господь видит вот эти две лодки, и как написано, рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Вот все, кто так или иначе имел дело с рыбаками, кто жил на море, скажем, знает, что когда рыбаки вымывают сети, значит, все закончилось. Значит, они уже вернулись и, наверное, ничего не поймали. Потому что если рыбаки что-то поймали, то они очень долго вытаскивают эту рыбу из сетей, чтобы распутать ее. Это достаточно длинный процесс. Сортируют рыбу по величине и так далее. А если они, приплыв, сразу вымывают сети, значит, они ничего не поймали. Это именно то, что произошло, как потом о том говорит Симон Петр. Но Господь Иисус, уже глядя на них, знает, что у них нет ничего, что они работали всю ночь и ничего не поймали. И вот он просит, он входит в лодку Симона Петра и просит отплыть, чтобы проповедовать народу. Вот, может быть, не только для того, чтобы проповедовать. Симон Петр уже знал Господа Иисуса, мы знаем по другим Евангелиям. Он уже знал, что он равви, что он учитель, потому дальше и называет его наставником.
Поэтому для него это не какой-то незнакомец. Но правда, Симон Петр еще слабо себе представляет, кто такой вот этот равви. Он проповедник, его слово интересно. Ну, наверное, не более того, больше о нем ничего не знает. А вот здесь, конечно, Симон слушает проповедь Господа. И, видимо, что-то осталось в его душе, что-то его тронуло. Это, видимо, так, потому что когда Господь, который не рыбак и не знает о их профессии почти ничего, когда Он просит о чем-то абсолютно нерациональном, Симон не отказывает ему. Вот отплыть и закинуть сети в середине дня – это абсолютно нелогично, когда рыбаки работали всю ночь и ничего не поймали, потому что рыбу ловят ночью как раз, а днем, в середине дня, но намного меньше возможностей что-либо поймать. И потому как раз Петр и говорит: мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Вот по тому слову, что он услышал. Видимо, Петр внимательно услышал проповедь Господа в тот день. И вот раз он об этом просит, раз у него есть такие замечательные слова жизни вечной, то он готов и на абсурд, и на то, что он, как профессионал, знает, что не имеет никакого смысла. И вот здесь чудо. Они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, пишет евангелист Лука. И дальше они зовут своих товарищей, то есть Иоанна, Якова и их друзей. Они помогают, даже обе лодки, они переполнены рыбой настолько, как пишет евангелист, что они начинали тонуть. И вот что интересно, после этого Петр чувствует свою неадекватность, свою греховность. И потому он говорит: выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Дорогие друзья, вот мне кажется, это Евангелие чрезвычайно важно для нас. Вот пустая лодка Петра. В тот день Петр, наверное, чувствует, что он, как профессионал, не удался. Он претерпел какое-то поражение. Он совершенно напрасно работал, и ничего у него не получилось. И вот именно в этот день Господь его призывает. Вот что, как мне кажется, очень важно. Господь входит в лодку нашей слабости, нашей немощности. Именно тогда и входит в эту нашу лодку. И тогда Он нас призывает. И вот мы, как Петр, чувствуем свою неадекватность. Но дело в том, что как раз неподготовленность есть лучшее приготовление к тому, чтобы следовать за Ним. Как раз осознание того факта, что мы не способны, что мы непригодны, делает нас как раз пригодными к делу проповеди, к христианской жизни. Давайте не будем забывать о том, что вот каждый раз, когда мы чувствуем, что вот мы претерпели фиаско, что наша жизнь не удалась, что вот кто-то нас предал, ничего у нас не получается, ни профессионально, ни в семейной жизни, и нигде. Может быть, это наилучшие условия, чтобы принять Господа в лодку нашей жизни. И главное доверяться Ему, главное говорить, как сказал Симон Петр: по слову Твоему я готов на все, по слову Твоему я готов следовать за Тобою. Аминь.